Экспозиция о памяти. В Союзе художников открылась персональная выставка картин Залины Джоевой. Здесь представлены работы, отражающие глубокую философию жизни художницы. Знакомясь с ее авангардным творчеством, невольно обращаешь внимание на символы и взаимосвязанность всего сущего. В работах автора не только узнаваемый силуэт, это и цвет, и фактура, сообщение о чувствах и переживаниях. Она видела мир своими удивительными глазами. Мы сегодня видим этот мир, который она видела. Она нам его оставила. Залина писала картины в необычной манере. Ее работы наполнены чувствами и интеллектуальным мышлением. Ученица заслуженного художника России Шалвы Бедоева. Чуть больше года назад Залина не стала. Сегодня в память о ней эту экспозицию подготовили друзья художницы. При жизни ей не удалось организовать собственную выставку работ. Не каждый художник, особенно в провинции, может чувствовать на таком расстоянии, что происходит в мировом искусстве, какие тенденции, какие перспективы. Вот. Даже в рамках Российской Федерации не все художники это понимают. В этом плане Залина, она была образована, начитана, и, естественно, она чувствовала это, понимала, смотрела, изучала, она этим жила. Вот. И это мы видим в ее работах, прогрессивные ходы. В своем творчестве Залина Джоева обращалась к эпическим и библейским сюжетам, легендам и мифам. Она была в русле прогрессивных тенденций, которые существовали в мировом искусстве. Тома Валева, Заур Цеф, Осетия ТВ.